А на Ставрополье, которое переживает сильнейшее за последние полвека наводнение, перебрасывают все новые силы спасателей и добровольцев. В одном из районов возникла угроза прорыва дамбы. В случае худшего развития событий под воду ушла бы территория, на которой проживает почти 40 тысяч человек. В некоторых районах вода уже начала отступать, но ситуация остается сложной. Многие потеряли почти все имущество. С места событий Анна Курбатова. Сырость, грязь, все, вся мебель растопыривается, все отваливается. Вот посмотрите, что творится. Со слезами на глазах люди начинают возвращаться в свои дома. Мебель, бытовая техника, спасти ничего не удалось. В большинство домов попасть по-прежнему сложно. Одни до сих пор затоплены по крышу, чтобы оказаться в других и выловить из воды хоть что-то, люди строят переправы. Жду, пока вода уходит. Комиссия пусть подойдет, придет, посмотрит, что оценит, чтобы люди помогли. Дети не знаю, где в школах, они даже не увидели. Я не хочу, чтобы вот этот грязь видели. А это видео из поселка Заря. Кадры, снятые накануне. Когда в Левокумке воду уже откачивали, здесь, это вниз по течению, бурлящие потоки хлынули в дома. Беда пришла неожиданно. Подходили к главе администрации, нам сказали, не бойтесь, ничего страшного не будет. А вчера уже 6 вечера, говорят, все, большая вода. А как большая вода и как я вещи буду вывозить, если у меня же во дворе по пояс воды? Так бы мы просто раньше бы вывезли все, подготовились бы все. Ну, подняли, конечно, все подняли. Но сейчас никто не знает, плавает оно там или еще стоит на табуретках, на этих, что мы подняли. Вот. Так, на сегодня выглядит карта затопления края. Кроме Минераловодского округа, под водой населенные пункты в 9 районах. Накануне появлялась информация о возможном прорыве дамбы от Казненского водохранилища. Под угрозой оказалась территория, на которой проживает 40 тысяч человек. Для предотвращения самого негативного сценария планировали начать дополнительный сброс воды. Тогда бы пришлось эвакуировать 8 тысяч человек. Для них уже приготовили автобусы, но все обошлось. Подъем воды прекратился. Сейчас уже начинается оценка ущерба и поиски причин одного из крупнейших за полвека наводнений. Одна из них – нерасчищенное вовремя русло реки. Между тем, воды в самом затопленном населенном пункте селе Левокумка становится все меньше. Ее круглосуточно откачивают спасатели со всего округа. Еще вчера по этой улице можно было только проплыть на лодке, вот сегодня уже спокойно пройти. Между тем, погода переменчивая. Синоптики обещают то солнце, как сейчас, то дождь. В крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Анна Курбатова, Сергей Табала, Виктор Ангелов, Ольга Кирий. Первый канал.